вашим. Здесь сколько собак? Ну, есть вон 2-4. Ну, до 10 бывает их. До 10. Что делать с этими собаками? Не знаю, может, где-то в другом месте их как-то... Можно и где-то, как в городах делают, вот так собрать собак, и кто не имеет собак, брать их как-то. А стрелять тоже не первый выход с положения. В прошлом году много было, их убивали. Ну, осторожно прохожу. Собаки надо что-то делать. Вот эти собаки, вот ради интереса, вот сейчас они начинают с этого рынка таскать весь мусор в парк. Мы каждый день имеем вот с этим парковым, с этим начальником, мы имеем очень большие проблемы. Мы ему объясняем, что мы не выбрасываем мусор. Нам не имеет смысла выбрасывать мусор туда. Но мы ему объясняем, вот собаки начинают таскать мусор, вот и вот до 5 вечера, пока не уберется этот мусор, весь парк и мусор. Мы ему это объясняем, но он нас не слышит. И он все время говорит, что вот вы виноваты в том, что парк полный мусором. Не мы, а собаки. Я ему объясняю, вот у нас есть ведра для мусора, есть бачки, мы собираем в пакеты, вот сюда ставим. Но пока придут мусор, дворник выбирает этот мусор, весь мусор в парке, весь. А он это не понимает, он говорит, что вот вы виноваты во всем. Вот она собака, вот смотри, собаки с мусором, вот, посмотри, вот, собака с мусором, вот то, что она таскает с рынка. Вот весь мусор собака таскает, вот она кушает уже, она принесла. Понимаешь, как я ему объясняю, но он не слышит. А как ему вот весь мусор он таскает, а мусор разлетается по парку. Хотелось бы, конечно же, чтобы да. Вот. Кто-то этим занялся, потому что очень страшно ходить через парк. Очень. Слишком много. Собирается, что ли? Они, по-моему, да. Вот они стоят, собираются, вот после рынка вот такое происходит. А вы вот сейчас идете, они идут за вами. Сейчас вот аккуратненько постараюсь пойти, чтобы не укусили. Вот отсюда пройди, вот тут по этой дорожке пройди. Вот здесь вот сюда, иди сюда. Да, и мне вот не по этой туда дорожке пройди. Мне нужно туда. Собаки, везде собаки. Где бакерсинс бунаньки, пекляги здесь о как-то? İyi değil. Ama yani onu belediyenin toplaması lazım değil mi? Belediyenin. Burada görevli yok mu? Neden yapmıyorlar? Yok para. Bu ama o zaman yani belediye bir sürü vergi topluyor. Şey yapıyor. O paralar ne oluyor? Birkaçı söyler hani onları lamış öldürme. Birkaçı der hani dil doğru öldürme. Doğru değil. Naşlayan uzmanı yapma onlarla. Onları bir bakım evi yapmaları lazım. Onları korumaları lazım. Kontrol altına almaları lazım. Sonra da başka iyi aileleri versinler. Aileleri baksın onlara. Вам нравится, что у нас по городу собаки ходят? Ну, конечно, нет. А что бы вы могли предложить, чтобы их не было? Ну, как предупредить, чтобы собрали их. Одни говорят, что их надо стрелять, другие говорят, что это неправильно. Ну, стрелять как бы и жалко, понимаете? И как-то предупредить хозяеву, чтобы не распускали собак своих. Но они совсем бездомные, говорят, плодятся, никто не знает их хозяев. Да, я даже не знаю, как бороться надо как-то с этим. А то, что вот они днем здесь валяются, вам нравится? Нет, конечно. А что с ними делать? Ловить, и не надо их стрелять, а ловить и держать в одном месте. Для того, чтобы их содержать, нужны деньги, где их взять? Базар поможет.